Возвращаясь с охоты, случайно наткнулись на такое место. Смотрите. Вот здесь корова. Вот здесь ее, походу, волк поймал. И что удивительно, вот такой гребенчук. Одна челюсть. Вон вторая, третья. Тринадцатое. Это какой-то шведский стол для волка, что ли? Нашли вот такую тропу. Вот такая тропинка. Здесь ходит шакал. Будем ставить капкан. Под шакал. Капкан вот такой будет двухпружинный. Вот он выходит в поле.